Вот я в детстве хотел на пианино играть. Вот. Это стоило 15 рублей в месяц занятия. Вот. И мама говорила, нельзя пианино, нет, не будет пианино. Вот. Почему? Потому что денег нет. Все мы привыкли жить вот в этом ощущении того, что удовлетворение наших потребностей, внимание, да, зависит от денег. То есть деньги стали как бы критерием, признаком нашей безопасности или угрозы. Вот у вас нет денег, вы как себя чувствуете? Тревожно, беспокойно. Что делать? Куда бежать? Вам пришли деньги? Вы чувствуете довольные такие, хорошо, денежки, все сложили там. Все, молодцы. Страх и удовольствие. Два крючка, два таких рычага, с помощью которых функционирует инстинкт самосохранения.